До конца года индекс промышленного производства в республике должен составить 102%. Объемы отгруженной продукции могут достигнуть 250 миллиардов рублей. Такие прогнозы сегодня озвучили на еженедельном совещании при главе Чувашии. Подробности у Дмитрия Ковалева. Предприятия республики продолжают расширять внешнеэкономическое сотрудничество. Перспектива за азиатскими рынками. Так, электроаппаратный завод недавно открыл свой филиал в Узбекистане. Ведущие производители региона в этом году реализуют ряд масштабных проектов. Илара в сотрудничестве с ПАО «Силовые машины» приступил к реализации проекта модернизации 6 энергоблоков Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане. Группа компаний «Хевел» также расширяет сотрудничество в сфере солнечной энергетики. И по прогнозам, предприятия республики продолжат наращивать обороты. Глава региона отметил, что большие перспективы сейчас открываются перед машиностроителями. Пакет заказов формируют и производители бульдозеров. Тракторному заводу необходима рабочая сила. В этом году, по тем данным, которые они нам давали, это оперативная информация, до 2000 человек будут набирать на работу, как работодатель. Это очень важно для нас на всех четырех площадках. И он еще производство хочет расширять. Вы слышали цифру 6 миллиардов рублей. И самое главное, это производство не в городе, а в сельской местности. Сварщики, насколько я знаю, у него там зарабатывают в среднем 70 тысяч рублей. По данным Минэкономики, уровень средней заработной платы в республике растет. А благодаря поступательной борьбе с неформальной занятостью увеличиваются и доходы в региональной казне. С начала этого года в бюджет республики поступило более 9 миллиардов рублей. Из них 4 миллиарда – это собственные доходы, 2,3 миллиарда рублей – безвозмездное поступление из федерального бюджета. Динамика достаточно серьезная – 27% с ростом к уровню прошлого года. Еще одна тема на повестке дня – реализация инвестпроектов в индустриальных парках Чебоксар. На обеих площадках должны начать работу более 20 резидентов. Необходимые коммуникации проложили за счет бюджета. Обе площадки оснащены необходимой инженерной инфраструктурой. Водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение для обеспечения производственной деятельности, а также асфальтированными дорогами для доступа к каждому участку. Производители компрессоров для грузовой техники завершили строительные работы. И после монтажа оборудования во втором квартале 2019 года планируют открыть производство. В индустриальном парке второй очереди предусматривается размещение 16 резидентов в сфере промышленного производства. 13 участков распределены. Резиденты индустриальных парков намерены создать порядка 1500 новых рабочих мест. Объем инвестиций превысит 2,5 миллиарда рублей. Глава региона отметил, что власти республики и города должны дать предпринимателям зеленый свет. Реализации инвестиционных проектов ничего не должно помешать. Процесс освоения участков тормозила проблема получения тех условий на газ. Сейчас этими вопросами занимается управляющая компания при индустриальном парке. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Велиев. Республика.